Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. У мамы забирают сынулька у мамы. Всем приветики, всем добрый вечер. Что, мой дорогулик, тебе обои надо, что ли? Мы готовимся к ужину. Дочь тут наготавливает. Наготавливает. Да, вот время уже вечер. Сегодня у нас 15 января. Да? У мамы нет сил, мама ничего не делает. Мама сегодня вообще ничего делать не может. Что делала? Да? Будешь обои клеить, Матвейка? Ну так у тебя сил нету держать, они же тяжелые. Сегодня, девчонки, сегодня мы целый день собирались. Ну я собиралась силами собраться, думаю, купить обои, сходить. В общем, ничего я не купила, не сходила. Это муж купил. Выбрал нам вот такие обои, мы даже не знали. Вот такой вот клей папка нам купил. Сына, ну ты... Ой, вообще, а. Сынуль, ну я не могу справляться, они тяжелые. На, я под так ложу, все. Забрал шторы. Шили нам шторы. Сейчас, получается, обои у нас какие-то цветастые. Давай распечатаем. Хорошие, так. Хорошие, да? Да. Ну, так это что, обои? Ну, молодец, что сказать. Отец у нас молодец. Ну, это он сегодня молодец. А до этого он был не молодец. Хороший. Но... Кстати, материал... Ой, кстати, они такие, это... Хорошенькие. Хорошенькие обойчики-то. Ну, не знаю, ну потолок у нас розовый. А, обойчики вроде как подходят. Но у нас шторы, получается, мятные. Ну, что, как есть, так и будет. Что сейчас? Что сейчас? Ля-ля-ля-ля. Такие вот шторочки. Материал такой же, девчонки, как в том доме. В доме два. Зеленый. Там только у меня зелененькие, а эти что-то Марине понравились. Такие. Такой цвет понравился. Так что сегодня мы, конечно, не знаем. У меня нет сил, я ничего делать не могу. Ой, хочется только поесть. Можешь поесть. Только можешь поесть. Да. Матвейка вот. Он взял и показывает. Ту стреляешь, что ли? Ты стреляешь? Пиф-паф! Выспался мальчишка. Ну а мы что? Что мы, сыночка? Сейчас наедимся. Не знаю. Вообще какое-то бессилие. Ну, отец принес нам макароны. У нас теперь раздельное питание, хотел сказать. Раздельное проживание. Отец у нас переехал в дом 2, так как у нас... У меня развод. Развод. В общем, потому что... Ой, в общем, развод и все. Принес нам макароны. Ну, заботу проявил. Принес макароны, так как мать еще сегодня ничего не варит. У нас пельмени. Дочь варила. Пирог картонный нам купил. Прикупил. Капусты нам прикупил. А что ты тарелки-то? Огурец-то зарезай весь огурец. Даня придет, поест. Mm-hmm. Виталия, потому что пришел со школы, наелся. Да. Ля-ля-ля-ля. Так что, знаю, завтра у меня день рождения. День рождения. Да? Маме вот никогда ничего нельзя загадывать. Вот никогда. Вот вчера вот оборвали, а сегодня бац, и сил нет. Завтра точно не бледнее. Ну так завтра не надо было, наверное, я уже думаю, не надо было обрывать. Выходные. Ну как выходные, блин? Как сегодня набрать сил? Ой-ой-ой, ты что там нам делаешь? Что ты нам делаешь, мальчишка мой любимый? Он робит тут, парень, таскав обои. Да, мальчишка? Таскав туда-сюда, рулончик. Ну? Макароны достали, две банки консервы и положили в это макароны. И такой у нас ужин. А есть-то хочется. Давно такое не ели, да? Сына, осторожно. Так, сейчас поужинать, мать. Все, давай, кушать будем. Время 9:30. Да, решила я все-таки, решилась. Замесила тесто.
Я уже не могу. Слушай, я густой клей-то сделала. Я сделала полпачки. Полпачки сделала у меня. Хороший получается, густой. Слушай, здорово густой. Будем разбавить еще, пока не поздно. Только-только замесил. Да, вообще, да, гуще лучше будет. Наверное, пусть будет. Шторы сняла. И решила все-таки хоть уголочек заклеить, говорю, что ли, чтобы шторы повешать. Свеженькие, новенькие. Что же делать? Как же быть? Как же мне обои наклеить? Ну-ка, что мне надо сделать? И тяжелые обои вообще ужасно. Ты мне не можешь, не хочешь помочь подержать? Там внизу вот мне надо. Только смотри. Как я сейчас туда полезу? Скажи, ну давай, занесь как-нибудь. Детька! Что мама делает? Я тебе не заделаю, но их так на глаз немножко прикинь. Нет, конечно. Думаешь, там батарея, там это, то, ну, не получится. Ну там, потому что ты делай лучше вот так. Тут пофиг, впритык вообще. Пофиг. Пофиг, пофиг. Ну. Вот так сделай, я приблизительно отрежу. Вот это получится. Сейчас подожди. Кто-то рулетка делает, кто чем. Ничего я не делаю никакими рулетками. А что там? Нет, чуть-чуть. До пола? Ну, оно до пола. Ну, оно, мне кажется, когда обравливать начнешь по стене, оно вот так. Тут же батарея. А, ну все, тогда я чуть-чуть запас делаю. Запасы. Давай, вылазь. Я тогда сейчас тут на столе отрежу. На столе отрежу я. Эй, выходи, Матвей. Пойдем. Вот и все. Вот и все. Сколько стоит начать. И все будет. Что ли? Да, что ли, наверное, брать туда. Ключички-то тоже. Сынулька. Мамка запуталась в обоих-то. Вот сил нету, надо. Ну что, уже не так, это, чуть-чуть получше. У меня вообще не было, лежала и встану. Вот так. Блин, это поделано. Ты забыла, что я сейчас справлюсь. Да, справлюсь. На полу надо резать. Или тут, или там. Не большое. Не трогай оно. Что кажется больше. В смысле больше. А посмотри на ровно, тут там написано. Должно быть. Не трогай. Полезная ширина 1,06 метра. Метр с чем-то тогда? Метр 6 сантиметров. Угу. Так, уголок, а потом еще чуть-чуть и еще чуть-чуть. Глядишь, может быть, и... Как мне Марина говорит, ночью силы появятся, но говорит, ночью лучше клеить будет. Ну что, завтра Ирина? Еще без обоев, по кустам. Может, хоть торт куплю. Может, Анька придет, а Лиска не спит. Видно будет завтра. Не загадывать вперед, как Бог приведет. Говорят же, а? Утро вечер мудренее. Утро вечер мудренее. Мудренее, мудренее. Глядишь, маленько с мертвой точки сдвинется работа. И пойдем клеить обои. Так. Не люблю углы клеить. Сейчас самое сложное. Самое сложное. Клеить угол. Так. Что делать? Надо клеить.
уже взялась, как говорится, взялась клеить. Сестра у меня погостила, маленько пошла домой, что время много уже. Время что у нас? Время уже, блин, 20 минут десятого. 20 минут десятого. Так что, может, потихоньку как-нибудь, что делать, приклеится уголок мой, уголочек. Так. Марина ходила в кино, пришла, может, сейчас немножко мне поможет что-нибудь. Так, мне особо помогать-то тут нечего. Подать там что-нибудь, поправить. Ах. Замечательно. Давай стол отодвинь. Начало у меня есть, девчонки. Нарезала сразу несколько листов. Ну что, вот взялась потихоньку. Куда деваться? О, Матвейку вон купаться посадим. Даня смотрит за верещит, радуется парень. Так что начало есть, конец будет. Это хорошее. Нравится, не клей. Дай мне на коробочку. Лежала, зарвалась, вся не могла поднять вообще никак. Надо же, клей чуть-чуть. А я показывала коробочку. Когда, покажи. Такой клей. Первый раз я такой клей покупаю обычно. Обычно я обычный. Но тут прям вообще хороший. Так что. Сейчас вторую полоску клей. Вторую. Там останется еще одна, две полоски. Это все. Прибавь, что на тонный стул. Парень, купался, одеть надо. Всем все, что надо. Давай, приклеивайся. Приклеивайся, обойка. Приклеивайся, надо, парень. Синий, как ты. А вот туда же надо. Давай, клеить. Не надо было, чар бы не оторвали, ничего клеить не стало. Завтра. Так. Все равно хочется, чтобы было чисто и порядочно. Я подбегу в глазу. Косяк. Когда села к югу. Ох, давай. Да, вот этот потолок натяжной. Потолок натяжной. Вот и все что. Марин сын. Бегу, к мамке бежишь, да? К мамочке бежишь. Ничего не скажи. Мамочка. Шторы мятного цвета дочь выбирала, муж выбирал обои. Так, ну что, доклеила обои до вот этого момента. Тут вот надо будет кусочек вырезать. Здесь у меня тоже не доделано. Недоделки это будет позже. Потому что сил моих нет. Время у нас 11:30. Так что вот такую работу я на сегодня сделала. И то хорошо. Матвейку уложила спать. Парень капризничает. Ужасно вообще. Я нервная. Нервная мать. Что надо было доклеить обои. Не могла доклеить. Там потому что батарея. Нет, я доклеила, конечно, не могла доклеить. Если что, с нервами уже доклеивала. Даня качал, не мог уложить никак. Капризы устраивают. Бегать надо, прыгать, играть. Уложила, уснул парень, слава богу. Ой, время-то уже
Мне уже без 20:12. Ну чё? Знаю. Чисто, конечно, но... Не знаю. Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Пусть будет так. Пока так. Что сделаешь? Так что... Прикупил вот муж сегодня. Я говорю, не мог под шторы. Хоть шторы с собой были. Неужели нельзя было посмотреть хотя бы какой-то более-менее другой цвет? Ну, пусть так. Сейчас уже помыться и отдыхать ложиться, наверное. Отдыхать, отдыхать. Завтра день рождения. День рождения. Ну что это день рождения? На год старше становимся мы. Я стала старше на год. 38 лет. Даже не верится. Ну-ка, чё? Время идёт. Времечко идёт, годы летят. С каждым годом становимся взрослее, мудрее. Может и мудрее, может и нет, кто-то. Так что, не знаю, что нам завтрашний день принесёт. Завтра будет видно. Будет день, будет пища. Так, вот заикнулась в начале видео, сказала, что про развод сейчас ходила, думала. Развод не официальный, конечно, развод, но все, потому что терпение порой лопается, человек ведет себя неадекватно, ненормально. Ну, а у меня, как говорится, своя точка зрения на это. И многие вещи, вот с моим характером, не прощаются. Есть, конечно, люди разные, кто-то прощает, всякие, как говорится, и серьезные вещи прощают, женщины есть такие. Я не прощаю, я забываю так, конечно, но порой потом на нее у меня вылазит, потому что у нас все-таки дети, конечно, но сейчас хорошо то, что мы будем жить как соседи, по соседству. Не знаю уж, какими он путями там, может быть, конечно, если он хочет сохранять семью. Мне не хочется сохранять. Мне бы хотелось, конечно, но я понимаю, что люди с годами не меняются, абсолютно не меняются. Так что, не знаю, это очень сложно, это все серьезно. Так что, видно будет, но жить пока будем так вот, по соседству. У нас пироги, такие у нас дела на 15 января 2021 года. Год начался. Налила воды кипяченой, воду надо пить. Я что-то так прям подразъелась. Ну, на ночь не ем, конечно, ну, какой-то вроде как аппетита нет, и как-то вот как-то заесть это все, не знаю, что вообще делать, как-то мне надо налаживать, настраиваться. Еще муж-то тоже, получается, и бабушка, ну что, бабушка, конечно, старенькая, что мне ее жалко, я вообще. В общем, муженек тоже мне сделал говно, подосрал, уж простите за выражение, кто-то там понаписывает всякое место, ну, пишите, что, кто что. Все, конечно, многие, я тоже за сохранение семьи, я смотрю, вот, допустим, на другие семьи, были такие моменты, когда, ну, знакомые, там, друзья расходились. Ну, не хочется, конечно, чтобы семьи разваливались. Ну, а что делать? Жизнь такая штука. Люди-то у нас какие? Такие люди. Вот. Поступки какие делают. Где-то женщина виновата, где-то мужчина виноват. Ну, вот я во всем виновата, оказывается. Во всех грехах виновата только я. Я очень плохой человек. Я, как говорится, сделала очень много плохого. Так что, вот, он мне сказал, почему? Ну, вот почему ты со мной не хочешь жить? Разве я плохой? Я говорю, нет, плохая я. Когда человек тебе говорит гадости, говорит, а потом забывает, видать. Забывается, что. Ну, так что я очень плохой человек, оказывается.
так вот, девчонки, бывает. Вот так бывает. Идет, идет время. И ничего не меняется. Не меняется человек. Почему человек не меняется, вообще не понимаю. Вроде взрослый человек. Пора бы уже и ума поднабраться. Ну, что сделаешь? С годами ум порой не прибавляется у некоторых. Так что вот так вот у нас. Так что закончу я на этом наше видео. Сегодняшний день закончился. Я вам показала кусочек нашего вечера, потому что я целый день таскалась. Ну как, вставала, лежала, музыку слушала, песни включу. И лучше их не включать, конечно, такие песни. Включаю, девчонки, старые-старые песни, которые уносят туда, в прошлое. Ой. Так что вот так вот.